Я доделывала свой проект по квиз-боту. Ну, собственно, на прошлом потоке писали бота и обещали его доделать с коллегой по команде. Ну, собственно, на этом потоке я его доделала. Сейчас реализован функционал взаимодействия с API. Есть сайт Twingo, где выложены вопросы по разным категориям. Поэтому в данном боте есть возможность выбрать категорию, сложность вопросов, получить 5 вопросов по выбранной категории и выбрать вариант продолжить или не продолжить. Ну, то есть можно играть бесконечно. Пока на сайте с вопросами не закончатся вопросы по выбранной категории. Добавила также, на прошлой неделе еще такой расширил функционал, добавила туда рандомное добавление смайликов в поздравления, например, с правильным, корректным ответом. Покажем. Правда, наверное, не очень хорошо видно. Продюсер. Бот получает информацию о имени пользователя, но, собственно, выкидывает информацию о командах, которые можно использовать. Дальше через Conversation Center запускается, собственно, сам квиз, где можно выбрать тему. Ну, например, давайте выберем компьютер. Выбираем сложность и получаем вопрос. Кстати, кто знает ответ? Ну что за вопрос? If you were to code some software in this language, you'd only be able to type zeros and ones. Finally. Едем дальше. Which computer language would you associate Django framework with? Очень сложный вопрос, прям вообще. Ну, я отвечу. Кто знает ответ? Я отвечу Python. Получу правильный ответ. Time on computers in the Expo system. Вот, кстати, не знаю. Ай-яй-яй, вы на провод наступили. Вот тоже. Ну, есть время погуглить вопрос. Ответ. Даже противоударный вопрос. Ну, собственно, если ответ не верен, то он предлагает переответить. Вот. Что достаточно удобно, потому что можно в итоге попробовать еще раз. И ответ верный. Ну, то есть узнать правильный ответ. И последний вопрос. C, язык программирования C, основанный на C, был создан американским компьютерным... Кернигом и Ричи. Есть стрички, кто помнит Кернига и Ричи? Последний. Это кто? Последний вариант. Ага. Да, правильно. И так, еще последний вопрос. Which programming language shares its name with an Iceland in Indonesia? Точно? Точно. Ну ладно. Да. Ну и, собственно, квиз-бот предлагает либо закончить, либо повторить, и при повторении
он снова даст возможность выбрать и тему, и сложность, потому что, ну, если вам уже не интересно отвечать на вопросы про компьютеры, вы можете выбрать другую тему, например, книги, и продолжить. Но если вы захотите закончить, то, собственно, всегда можете выбрать команду «Стоп» и прерваться. Все, дальше бот закончит квиз и предложит вам возобновить игру, когда вы захотите. Все. Клево.